конкурс «Дети читают стихи» лабиринт.ру. Здравствуйте, меня зовут Андрей Даненко, 6 лет. Стих называется «Мальчик из села Поповки». Самуил Маршак. Среди сугробов и ворона в селе разрушенном дотла стоит зажмурившийся ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломки печки и трубы — это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес? При нем избу и воспалили, угнали маму со двора, и в свежевырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. Закрой пролитую в Поповке и за ребенком на снегу.